Так, если то, пожалуйста, на канал Темный Рыцарь Геймс. Мы продолжаем проходить игру Мстители Марио. У нас пошла вторая часть игры под названием «Первое приключение Мисс Марио». Я желаю всем приятного просмотра, устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Пройдите прикольненькую и классненькую игрушку. Еще раз всем желаю приятного просмотра. Мне очень-очень эта игра понравилась, она просто классная, бомбическая и интересная. Великий и могучий Тор. Часть игры начнется спустя 5 лет после ужасной катастрофы, что произошло в предыдущей серии, где погиб Капитан Америка. Мы сейчас играем за новую и молодую героиню Мисс Марио, именно Лупоглазку, так ее назвал брат. Но Абу, а ее папа, ее успокоил, сказал, что у нее красивые глаза. Кстати, наша главная цель данной серии именно добраться до снова Мстителей. О, как думаете, Капитан Америка погиб или он кажется жив? Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке. Давай-давай, Камера, заберемся. Я специально выпуск сделать пару сторон, чтобы вам удобнее смотреть. Так, получается нам да. А, вон там штаб находится. Окей. Классная, красочная игра. Так, Валик, куда нам на самом деле дойти? Ага, новый порядок. Идти в штаб квартиру Камалы. А, получается, они в штаб квартиру Камалы добраться. Они мстители. Сори, извините. Не знал. Давайте. О, вау, ничего себе, так у них еще и силы. Вау, левый альт. Идти. А, спокойненько типа идти? А что это такое? Вау, у меня сестричка уже прикольненькая, нравится, а? Ну-ка, ну-ка. Вау, блин, класс. Игра просто божественная, сука. Блин, мне очень нравится она. Кстати, не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. Ведь ваши лайки и комментарии помогут продвижению моего канала. Вам не сложно, а мне приятно. Так, получается по стенам. Вау, так у нее уже способности есть, нифига себе, я... Я знаю, конечно, что она их получила, я видел. Но, блин, я не думал, что она их будет использовать. Кстати, Гай, 5 лет же прошло, че я туплю, а? Получается, можно так, либо так, да? Так, получается... мы почти добрались, если что, в квартиру, а? Блин, класс, прикольно. Так, может, полазим, что-нибудь поищем. Вкусненькие яблочки есть, а? Вау, ладненько. Кстати, прочитайте сначала, посмотрю везде. Вау, ну как остальные, поэтому вебку выбрать не будет. Но теперь я думаю, я правильно решение выбрал, что я вебку переместил на правую сторону, а? Так намного удобнее. О, опять по трассику, давай. Опа. Везде эти летающие тостеры. Везде эти летающие тостеры, ну-ка мы его жжет. Опа, давай. Вау, комикс найден, материал. Только подождите, материал получается, да? А я забыл, тут как-то нажимать надо, я уже забыл, как реально найти, может, тап? О, тап, ага, только я прав, так, поклонна сила, ближний бой 101, защита 101, в принципе, везде 101, да? Так, коллекция, вау, у них комиксы прикольненькие, я их, в принципе, уже показывал. Да, получится, еще не найдено, ого, получится, один такой, а, я сейчас только что комикс нашел, «Черная вдова», 2010, дата публикации 25 августа 2010 год, автор... Маджони Рио, художник Даниэль Кунье. Так, дизайнер обложки Даниэля Кунье. Если я, конечно, правильно читаю, а? Так, собирайте дубликаты выпуска, чтобы получить дополнительные бонусы и характеристики. Вау! Ну-ка, ну-ка, так получится у нас внешний вид. Пока недоступен. Прикольненько, как оно выглядит, а? Так, кнопку просмотра. Вау, на самом деле, она реально классно выглядит, и костюмчики, а? Прикольно, ей идет. Ну, это обычная, почти, блин, обычная одежда, поиска и так, а? Вау, нифига себе, сколько тут костюмчиков будет, охренеть, да? Разная одежка, блин, класс, прикольно так. Да, так, добивание. Ого, это получится, ого! Нифига себе, мертвый лечить. Глупо лечить, что мертвого лечить, ха-ха. Выкидываем мусор, ха-ха. А это у нас тебе смешно и ему обидно. Блин, эта игра правильно очень юморная, девчонка просто классная. Так, получается. О, мы почти добрались. Так, это у нас что? А, вот, она, скорее всего, будет подставить именно под Капитана Америку, я так думаю. Спасибо, что подбросил. Я, скорее всего, так думаю. Опа, почти что-то еще нашел.
Марвел. Спасибо, что научила полиморфии. Да, кстати говоря, Камили, как правильно ее зовут, мне нравится, она фанатка Мисс Марвел. Хотя, ну я и не ее фанат. Честно говоря, этот фильм был не очень, а? Так, ладненько. Опа. Вот так. Да, и все эти тостеры летающие летают, а? Опачи, давайте. Кстати говоря, какое-то обновление еще прошло в игре, а? Кому все? Нужна высокотехнологичная охрана, если только я могу допрыгнуть? Мы добавили до штаба Камилы. Камилы, блин, как я забыл. Еще пуда, я не могу просто имя ее вспомнить, правильно сказать. Россия, штаб Камалы. Но это мой родной бардак. Вау, а прикольненько у нее, так сказать, прикольный штаб, а. Как-никак она 5 лет готовилась к встречам с Мстителями, а. Именно она объединит команду величайших героев вновь вместе. Интересно, они делают такие для огромных кулаков? Без понятия, Камил, без понятия. Чтобы победить гребаную корпорацию АИМ, которая притворяется якобы хорошими. Ладненько, я думаю, я нормально на самом деле сел. У меня же вида, это самое главное. Так, получится у нас тут что-то для меня. А вот ноутбук, да? Да, или нет? Что это у нас? Пусть только попробуют напасть издалека. Руки у меня длинные. Да не те слова, они даже очень длинные. Я бы точно не стал бы нападать. Лучше не буду прыгать, а то в тот раз так башкой стукнулась. Так. Ага, так идите в штаб-квартиру Камалы. Ну, мы уже, в принципе, в штабе. А, наверное, повыше подняться, да? А это что у нас? О, еще один комикс. Комикс-материал найден. Получается таб. Получается у нас коллекции. Опа! Ну-ка, Мисс Марвел 2014. Дата публикации 5 февраля 2014 год. Прикольно, я уже нашел еще один комикс. Блин, надо быть внимательным. Ладненько, получится нам даже сюда подняться, да? А, да. Куда мы, куда? Я даже не знаю, куда именно. Так, куда вообще надо передвинуть? Куда мне... А, все, я все даже чёрт-таки так не ожидал, что получится, но я чётко так... Вот и штаб. Нужен мой ноут. Вау, у нас, конечно, сейчас катсцена будет, а? Прикольненькая такая комната, даже мне такую комнату, я бы с большим удовольствием хотел бы иметь такую комнату, а? Абу выкинул бы их, если бы увидел. Он все еще винит их за то, что случилось со мной в День Мстителей. Так они-то ни при чем, а? У них нет вины, ну, реально, они ни при чем. Так, получается, нам надо пойти сюда, чешки, а полазить везде. Так, это получается, что у нас? Джерси Сити. Ага, коллекционный предмет. Так, вот у нас тоже-то ясенький. Ага, так, как прикольно, сожрет Петра. Так, ну вот наша главная задача, это именно... А вот, давайте сюда сходим. Блин, посмотрите, какая же классная комната у нее, а. Если вы быстренько, знаете, что сделать хочу? Скрин экрана. Ну, просто, это нужно. Я выловлю быстро вебку. Скрин экрана, это важно. Прикольный экран, так, знаете. Оп. Так, все, еще один снимок, и выловлю вебку обратно. Так, давай, камера. Во, вот даже буду использовать как превью. Во, все. Теперь я обратно выбрал вебку. Прикольненько, функция есть Shadow Play. Кстати, я записываю игровые прохождения через программу Shadow Play. А буду стримы записывать через программу Streamhouse OBS. Во, все, кассе. Посмотрим. Это Химера? Наверное, запись из реакторного отсека. Доктор Тарлтон. Он же был на капитанском мостике. О, Кэп! Что происходит? Обалдеть! Тарлтон запер его? Это не неисправность. Он убил Кэпа. Боже мой, он убил Кэпа. Что? Танцовщица? О нет. Парк героев?
Даже не знаю. Вдруг ловушка? А если нет? Надо это кому-нибудь показать. Действуй умно, Камала. Отдай эту запись и иди. Так, ну, в принципе, офигеть, это не так виновен в смерти Кэпа. Так, идите в парк героев. Окей, окей, давайте добьем быстренько парк героев и завершим эту серию. Или все-таки уже завершим, мне кажется, сейчас лучше завершить на самом деле ее. Следующая серия уже будет парк героев, а? Такая коротенькая серия получилась такая прикольная, интересная. Это же первое приключение Мисс Марвел было. Или продолжим дальше. Я даже не знаю на самом деле, а? Блин, просто я хотел назвать парк героев следующую серию, поэтому давайте гоу. Реально, мы продолжим с этого момента, именно будет третья серия. Реально, очень. Поэтому вторая серия под названием «Первое приключение Мисс Марвел» завершена. И спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, увидимся на новой серии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Правда, увидимся в новой серии. Уже очень скоро.